этот день особенно, конечно, хотелось поблагодарить всех наших уважаемых ветеранов, которые с честью, с достоинством выполняли свой воинский долг, при этом не жалея своих ни здоровья, ни жизней. Наших с вами соотечественников полегло на землях Афганистана больше 15 тысяч. Нужно помнить о тех наших соотечественниках, которые в мирное для нашей страны время за нашими границами отстаивают честь нашей страны в военных конфликтах. Поэтому сегодня почтим память героев. Это особый день для меня, в частности, потому что война в Афганистане – это война моего поколения. Мои одноклассники, ребята из параллельных классов, воевали в Афганистане. К счастью, они вернулись и продолжили свою мирную жизнь в нашей стране. Конечно, хотелось бы, чтобы таких войн было меньше, чтобы их вообще не было.